У каждой вакцины определенная температура хранения. Например, здесь плюсовая, а вот тут уже минусовая. Для чего все это делается? Для чего придерживается температурный режим, чтобы сохранить свойства вакцины? Вакцину «Спутник V» необходимо хранить при температуре не выше минус 18 градусов. Эти показатели строго соблюдаются и при перевозке ампул. На помощь приходят специальные контейнеры. В них вакцины транспортируют до медпункта «Фалроса». Специально у нас есть хладоэлементы в глубокой заморозке. Укладываются вакцины. Быстро все делаем для того, чтобы не нарушить холодовую цепь. Всего в Мирном работают 4 медпункта компании. В административном здании рудника «Мир», автобазы, Вилюйской экспедиции и горняке. Все обеспечены специальными холодовыми камерами. Мы достаем вакцину. Она вот в таком замороженном виде. Это лед. Размораживается она 30 минут. Михаил Куропаткин перед вакцинацией прошел осмотр терапевта. Ознакомился с противопоказаниями «Спутника V». Их несколько. Ставить прививку нельзя тем, у кого есть хронические заболевания в стадии обострения, аллергикам, беременным и недавно переболевшим COVID-19. Несмотря что выходной, если надо прийти, то надо. Те, кто не работает в «Фалроса», могут бесплатно поставить укол в прививочном кабинете Центральной районной больницы. Все желающие записаться на вакцинацию могут позвонить по телефону 22 902 22 641. Также запись мы производим на портале госуслуги. И записаться можно при личном обращении в кабинет номер 417 взрослой поликлиники. Наши операторы обрабатывают заявки в порядке их поступления. Далее мы связываемся с заявителем для определения даты и времени получения вакцины. Во время обработки заявок приоритетными являются заявки, поступившие от граждан старше 65 лет. Медики уверяют, вакцины хватит всем. Привиться смогут все желающие. Ивана Филиппова, Алексей Меркулин, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край».